В общем, смотри, вот это все в родной краске, все это левая сторона, и крыша тоже. Здесь подкрашено вот такой слой, здесь также, ну, соответственно, нету этих сколов и так далее. Вот здесь в родной краске, здесь тоже. Тоже, ну, это чисто для покраски. Сейчас посмотрим, что дальше. Ну тоже все нормально, в принципе. Сейчас посмотрим, что внутри. Ты можешь человеку выслать сообщение. Купить лаками. А нет, все нормально. Тут все красиво, чисто. Стеклоподъемники есть. Руль. Чуть-чуть есть такие пятнышки, но с таким пробегом это реально. По ткани все нормально, все чисто. Кстати, с боковыми поддержками, необычное сиденье. Пятиступенчатая механика. Кондиционер, магнитола Blaupunkt. Такая штучка. Вот. И ключ. Может даже их несколько, не знаю. Вот так она в салоне выглядит. Сверху все чисто, сзади тоже красивенько чисто. Так, ну есть небольшие сколы этой краски. Сейчас посмотрим под капотом. Так, здесь по болтам все нормально, не видно следов счесов, что их снимали, крутили по 10 раз. По лонжеронам все красиво. Есть по обдуву один моментик вот такой, не работает ни на первой, ни на второй, ни на третьей, но работает на четвертой. Вот, сказали, что это мелочь, они устранят, все сделают, все будет работать. Я этих ребят знаю, они свое слово держат. Вот, ну вот так, в принципе. Такая машина. Что тут еще? Шторочка есть. Вот такая. Так. По запаске. Тут такая история. Сейчас как-то надо все. Вот, получается, есть крюк. Здесь по запаске нету, нет запаски, но я поговорил с продавцами, я их знаю. Они сделают и запаску, и домкрат, и ключ, все сделают. Вот, тут сейчас это не убирается, но я смотрю, здесь никаких ударов нет, вот все чисто. Тут также по этим штукам, вот, поэтому есть аптечка. В общем, ничего критичного я здесь не вижу. Ну, то есть все в норме. Вот. Тут также можно посмотреть, вот там вот идет как его ребро, ну и крыло. С этой стороны также. Ну, в общем,
ничего, никакой шпаклевки, ничего там нету. Вот. Ну, в общем, все они дадут, если будут брать, если будете брать. Что могу сказать? Сейчас покажу. Все в норме. Тут также. Тут также нормально. Ну, какие-то мини-царапинки вон тут есть, вот. Ну, это такое, мелочи жизни. Ай, так. Тут все нормально, как видите. Нет такой какой-то ржавчины, гнили или коррозии. Так, еще здесь нужно посмотреть. Здесь нормально. Так, здесь норма. Здесь также. Сейчас посмотрю. Вот здесь. А, здесь все хорошо. Бывает вот здесь у них ржавеет. Хотя, стоп. Ага, вот, вот что-то здесь было, какая-то случилась краска вот здесь. Ну и все, в принципе. Так, сейчас будем первый раз заводить. Ну, завелась вообще без проблем. Мало топлива пищит. Так, по сцеплению. По сцеплению критичных замечаний нету. Сейчас попробуем. Ну, берет где-то со средины, где-то так. Где-то так. По ходовочке сейчас посмотрим. По ходовочке, вот я по ямкам еду. Нормально. Ничего не замечаю, никаких грохотов. Тормоза. Так, уже в конце берут. Наверное, колодки нужно поменять или, может, чуть-чуть там систему проточить. Ой, прогнать. Сейчас я пододвинусь поближе. Так. Единственное, нужно знать, сколько здесь киловатт, смотря на сколько. Если тут, к примеру, 96, то так слабоватенько для 96 едет. Если 74, то как раз оно. Я прям чувствую по киловаттам уже машины. Ну, разгоняется, едет, нормально переключается. Так, вот так. Так, где-то вот этот красавец стоит. Ну, пока визуально. Что тут? Вроде как. Не, висит жестко. Ну, какой-то такой легенький зазорчик. Так, по зазорам, в принципе. Ровненько фара. Наверное, полированная. Ну, по крайней мере, не мутная такая, как предыдущие. Вот, запил. Где-то тут была история с бампером, потому что вот не совсем он висит на месте. Снимать его, перевешивать. Что тут?
капот открыть. Понятно. О, теперь. Теперь красота по зазору. Так, здесь тоже в плоскости. Красота среди бегущих и даже, как ни странно, не провисшая дверь. О, он даже открытый. Ладно, сейчас доберемся до салона. Тут красота. Задний бампер. Сейчас вытру. Легкая царапка. Вот так же поцарапано. Сейчас. Вот видно, наверное, вот и вот. Крышка закрыта. Так, здесь бампер в плоскости. Зазором все вроде бы красиво. Так, крышка багажника, есть подозрение, что здесь ее передували. Да, лак повздувался, думаю, ее передували. А передували, наверное, по причине того, что здесь возможно была коррозия. Пока следов вздутия не вижу. Имеется в виду подрыва ржавчины. Просто получился лак. Легенькая вмятинка. Да, видно. Так, что у нас с зазором? Тут хорошо. А здесь как-то... А, вот, бампер примятый. Так, мы сейчас еще посмотрим. Так, вроде не критично, но... Ага, вот. Я же говорил, что я найду ржавчину. Фонарик чуть-чуть не в зазоре. Сейчас покажу, какой здесь. Практически впритык. А вот здесь зазор есть. Но это я подозреваю, что связано с тем, что вот здесь вот, когда сдавал задом, во что-то уперся. И получился такой эффект. Да, и вот здесь он вышел с плоскости чуть-чуть. Тут в плоскости, как ни странно, не вижу коррозии арок, как ни странно. Обычно арки у них страдают. Так, до салона чуть позже доберемся. Зазорчик ровный. Стоит ровно и в плоскости. Да. Тоже в плоскости. Вроде ровно. Сейчас достанем, будем мерить. Так, теперь пройдем по краске. Прекрасно, замечательно. Так, проем.
здесь поймать сейчас. 74. Это хорошо. Прекрасно. Что я делаю? Это ж крышка багажника. Сейчас. Хотел посмотреть, варивалось ли крыло куском. Как это зачастую бывает. Не, везде все ровно. Все ровно. Так, крышка багажника. Вот здесь из-за вздутого лака будет чуть-чуть потолще. Здесь ее передували. И судя по всему, сейчас попробую фокус поймать. Передували лаком. Ну, опять-таки, я говорю, что здесь, скорее всего, тут ремонтировали. Да, причем тут слой больше положили. Он не совсем отлучился. Вот здесь вот чуть-чуть уже начал лучиться. Так, ладно. Смотрим саму крышку. Ну да. Здесь ее никто не красил. Пройдем по этой боковине. 72. Сейчас возьму нормальный телефон. Так, хорошо. Идем дальше. Нормально. Прекрасно. Так, и что у нас сами арки? Что, даже арки не красили? Ай-яй-яй, беду я натворил на этой машине. Но оно стирается. Заполируется. Что надо пойти сказать. 68. Так, тут все хорошо. Дверь саму не помню, проходил или нет. Во всякий случай еще раз. Вот эта крылышко крашеная. Вот здесь какой-то легкий скользятельный удар, наверное, был. Или где-то притерлось. Здесь вот чуть-чуть впереди была история с этим крылом.
Да, крашено. Чего? Капот тоже крашеный. Ну и на всякий случай крышу. Крыша в порядке. Нет антенны. Сейчас так. Пойдем дальше. О, штора в багажнике не работает. Ну, сейчас, может, пружина залипла. Не, не работает. То есть штора просто ну, типа, просто она висит. Она здесь есть. Прикуриватель. Отгрызли. Провода там есть? Сейчас. О, споймался фокус. Так. Здесь у нас... Сейчас включу свет. Так, со светом. Что у нас тут внутри? Ну, чисто, красиво. Следов помятых я не вижу, но фонарик все равно не на своем месте. Это что? Ага, это разъединили, чтобы не замкнул прикуриватель. Ну ладно. Обещали запаску положить. Положили или нет, сейчас посмотрим. Ну, знак аварийной остановки есть. Некое подобие разодранной аптечки есть. Так. Как оно поднимается? Вот так, по-моему. Нажал клавишу. О, колесико положили. Правда, какое-то оно такое ржавенькое слегка. Так, 195, 65, 15. А что у нас здесь? То 95, 65, 15. Клебер. Типа М плюс С. Но запаска конкретно зимняя. Так, сейчас посмотрим, на сколько болтов. Уж у меня один раз в жизни был залет на эту запаску дали. Ну, разболтовка 5. Так, домкрат. Ключ чисто, аккуратно. Так, ну, всякие ниши, которые присущи Volkswagen, они здесь есть. Аптечку, конечно, надо было бы сюда запихнуть. Это если дадут добро. А, тут место под огнетушитель можно даже запихнуть. Так, а что у нас тут? Красивенько. Ой, не вижу. Так, а ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. А не, показалось. Думаю, фонари не такие стоят. Окей, хорошо. А коллегу как зовут? Рамуна. Рамуна, в этих дверях, да? Где-то в этих дверях? Окей, спасибо. Ой.
защелкнул. Так, что еще по багажнику? Стойки какие-то такие красивые, серебристые. Но они не крашеные, потому что вот на них какие-то есть надписи. Это я к тому, что ранее таких я не видел. Красивенных стоек. Так, вроде бы все очень неплохо. Так, сейчас мне еще парком покажу, что они. Попробую изнутри вот так. Сфотографировать. Я уже туда свое жало засовывал. Я уже видел, что они не ржавые. Так, сейчас я свет выключу. Вот еще слегка зацепили, поцарапали. Вмятины здесь нет. Но потертость лака краски есть. Так, теперь эта арка. Ай. Так, чистенько. Теперь сейчас двери покажу, все четыре. Как бы тут сейчас свет включу. Продолжаем. Ну и вот на свет. А со светом тоже не факт, что оно классно. Сейчас выключу. Как оказалось, я типа снимал видео, но только забыл нажать снимать. Болты хотел показать этим видео. Пленочка. Болты крашеные. То есть если на первый взгляд вроде бы ничего не снималось, сейчас я просто уйду. Все равно не ловит. Но по факту болты здесь крашеные. Но так, конечно, под капота вымыто очень неплохо. О, вот здесь вот классно видно. Не знаю, передает, да, передает. Вот покрашенный болт. Вот здесь вот на этом свете споймалось хорошо. Он просто не блестит, но покрашен той же краской. Это блестит вода. Ну и тут тоже. Так, а что у нас по лонжеронам? Ну, лонжероны красивенькие. Так, а ну по уму сейчас пойду и спрошу про СТО. Рамунас, это вы, да? Да. А можно загнать снизу ее посмотреть на СТО? Я за деньги, мне не просто так. Нет, нам не важно. За деньги. У вас подъемника нету? Подъемник есть, занятый подъемник, машина занят. Висит. Да. Понял. Какая-то эстакада может быть есть? Но эстакады нет у нас. Где-то рядышком. Эстакады как и нет, сервисы есть, там на сервисах. Но... Далеко сервис? Здесь рядом есть, но не знаю, там они заняты, не заняты. Там... Позвоните можно? Есть такая возможность? Ну мы не будем гонять эту машину, чтобы ты смотрел под низ. Никто не спрашивает. Даже Гриша не спрашивает, что можно под низ. И тебе не будем это ничего делать. Я не говорю делать, я спросил о возможности. Нет, нет возможности. Ладно, спасибо, пошел дальше смотреть. Так, не хотят ее снизу показывать. Двигатель. Кулиса не разбитая. Аккумулятор новый. Ну, выглядит новым, по крайней мере.
Сейчас забабахаем тест масла. И салон. Я тут уже свои причиндали разбросал. Салон красивый. Салон мне нравится. Сейчас я покажу, что он нормальный, без запилов. Их подлокотник, в котором неудобно одной рукой доставать. Ну, в общем, там он еще открывается. Открою, если надо. Сиденье с боковой поддержкой. Прикольные нитки, целые. Ткань не затертая. Состояние типа очень неплохое. Так, а что? Подушки есть тут? Подушки есть. Это хорошо. Какой-то такой не почистили бардачок. Так, что у нас из литературы? Из литературы у нас целая куча всяких книжек. И, может быть, даже это она. Так, когда оно сервис проходило, понятно, что смотреть особо не нужно. Потом посмотрю. Да, это я к тому, что правду там все равно не напишу. Да, он проходился последний раз, и честный. Так. Ну, красивенький. Ну и самое затертое сиденье должно быть по статистике. Что, от пыли протрем. Так, нитки целые. Но вот здесь уже чуть-чуть посоталось оно. Оно не расходится, но чуть-чуть сюрпризы есть. Здесь все хорошо и целое. В общем, косяк по вот этому сиденью. И так, ремень не страшно. Когда у нас ремень был включен, ай, рука не влазит. Что-то я не вижу даты. А дата вот отрезана. А почему? Так, здесь плохо дверь открывается, это я помню. Эх, здесь сиденье надо снимать, тут не видно. Дата ремня. Ладно, тут сейчас посмотрим. Может, я, конечно, не туда смотрю, но я не вижу здесь даты на ремнях. Это не то. Может быть, самая нижняя эта строка, которая стертая. Ну, салончик, в общем, ничего. Салончик мне нравится. Сейчас попробую сделать тест масла. Так. Что у нас с уровнем? Уровень у нас полный. Ой, капелька упала. Простите. Так, щуп мы положим пока. Так, я, наверное, сейчас положу телефон. Надо ж масло выудить. Есть, достал, не достал. Загоняем снова. О, теперь чувствую, по тяге пошло. Так, и вот сюда сейчас надо ляпнуть капельку. Сейчас.
и нажимаем тест. Ага, он же дизельный, блин, сейчас все сотру. Так, сейчас будем первый раз заводить эту машину. Пока ничего критичного. Так. Что у него заявленный? 238. Да, действительно завелась она легко. Ровненько, тихенько. Сейчас подержу щуп. Кстати, дым через щуп не идет. Прикольненько, вот здесь вот покаталось, видать из-за того, что где-то оно цепляется от крышки, здесь надо чем-нибудь какой-то изолентой. Чуть-чуть потрескался. Тут и провод топливный. Ну а так, так все охренительно. Что тут? С дисками. Диски здесь. Кромка маленькая. Так, а может они у основания пропиленные? Нет, нормально. Что по задним дискам? Кромки вообще не чувствуются. На лодке попробую заглянуть. Спицу, поэтому, ну, в общем, колодки есть. Задняя, сейчас смотрю, передняя. Передних, если заглянуть, в общем, миллиметров 5. Так, судя по запаху, здесь нет катализатора. И надломанный подкрылок. Катализатор может стоять. Катализатор может стоять внизу. Внизу его не видно, не слышно. Ладно, сейчас заглушу. Из косяков замечено еще вот чуть-чуть трещинка на торпеде. Рэпнула. Здесь краска ушла. Сел у меня ноут, не могу я прочитать электронные блоки, по крайней мере сейчас. Надо хоть чуть-чуть зарядиться, вот совсем сдох. Зарядиться мне особо и негде. Так, это ладно. Поставим на место. Маленькая грязь. Работает. Тут работает стеклоподъемник. Ой, зеркало левое работает, правое работает, центральный замок
Работает стеклоподъемник левый. Работает. Правый работает. Задний работает. И этот задний тоже работает. Это от детей это назад надо бежать, пробовать, работает или нет. Так, по фарам, по габаритам. И сразу обогрев проверим. Так, габариты работают. Единственное, что я сейчас сам стоп не проверю. Лампочки моргают. Свет горит. Поворотник не моргает. И да. Но так вроде жду замечаний. Теперь пробуем посмотреть ниши. Ну, правда, я не понимаю, что ничего не видит. Так, что? Нормально. Ну, лонжерончик целый. Ниши. Это тоже более-менее. Здесь. Эта пробка выскочила. Ну, такие легкие коррозии есть. Только начинается. Это если их сразу же по приезду обработать, то это можно продлить жизнь. Так, сейчас. Не очень удобно, тут сразу снег, но днище тоже чистое. Сзади. Ну, чуть-чуть. Доброе утро. На всякий случай, может что-то приклянется, кроме Volkswagen Бора. Слушай, надо было мне это видео начать снимать еще с первых рядов. Но что-то я об этом не подумал. О, вижу Volkswagen Бора. Может быть даже и он. Но, по крайней мере, красивый на литых дисках. Он ли это? Что-то я на него ценника не вижу. А, он на автомате. Показываю на автомате. Автомат, насколько я помню, не подходит. Идем дальше. О, свободно. Сюда я и заеду. Если там будет свобода в момент выбора. Ух ты, что я нашел.
Сколько стоит этот дрыч? Ой, простите, автомобиль. Понятно, цены нет, звоните. Ну ничего так, не ожидал. Хотел показать, как получаются классные рули. Не затертые, не запиленные. Я вообще не видел ничего. Ну, в общем, суть в следующем. Так, наверное, видно. Обложили, покрасили, оставили сохнуть. Немножко ржавенький. Площадка с праворукими автомобилями. Выбор невелик. Аж целых два. Ой. Гора. А, конечно, бензилинос. Бензилинос нам не подходит. В всякий случай посмотрим направо, потому что еще точно не попало в объявление. Ух ты, какой глазастик. Финский глазастик. Что мы имеем? 2003 год. 1.9. На ручке в седане. Сергей, интересен такой автомобиль? Специально для любителей 210-х нержавых Мерседесов. Ну, Мерседес как Фольксваген нержавым не бывает. Особенно 210-х с синими передними крыльями. О, стоит красавчик. Красивые фары. Только он бензилинос. Ладно, идем дальше. О, есть. Не подходит. Рынок второй. Поиск Volkswagen Bora. Рынок Капратос. Где-то вот здесь, на этой площадке, стоит серебристый. Не... Так. Очередной. О. Автомат. Ну, так ничего, серенький, интересненький. Салончик так, ничего, но автомат. А что у нас с объемом? А, он еще и бензилин. Не подойдет больше.
Тихон. Трошки поржавели фонарики, шоны с арками. Так, легкая коррозия уже есть по аркам. Так, двери закрыты чуть-чуть не в зазор. Лесень. Что у нас по задним аркам? Так, ну тут тоже уже коррозия вот. Но только в начале. Вот здесь. Здесь я не наблюдаю. Так, по бамперу. Бампер в зазор. Фонарики сейчас посмотрим. Как-то очень здесь в притирку он стоит. Вот тут. Да и здесь также. Шпаклевочка на бампере и такой. Ну, где-то с миллиметр. Так. Вот это крыло 100% крашеное. Так, ну, ржавчина также только здесь вот простреливается. Так, был входящий звонок, продолжим. Вот здесь вот тоже уже наглядная коррозия. Вот все повздувалось. Вот это тоже крашено. У нас так коррозия чуть-чуть присутствует. Вот здесь вот сейчас попробую заглянуть, фокус не ловит. В общем, легкая по четырем уже есть. Так, царапанное зеркальце. Что у нас здесь? Здесь, судя по всему, все хорошо. Так, передний бампер стоит не в зазоре, чуть-чуть торчит. Вот здесь вот не в зазоре. Так, что у нас по фарам? Так. Вот здесь вот зазор больше. Вот здесь его практически нету. Так, смотрим, что у нас. Тут хорошо. Тут тоже хорошо. Так, спереди бампер стоит лучше, чем... В смысле, передняя левая сторона стоит лучше, чем передняя правая. Вот для сравнения. Вот здесь он сильно торчит. Вот здесь он в зазоре. Так, пройдемся пока по зазорам, пока ждем хозяина. Так, ну зазорчик нормальный. Сейчас попробую показать, что не в плоскости, если понятно. Так, по зазорам. Везде равномерный. Типа неплохо. Так. Здесь тоже везде равномерный зазор. Так, по крышке багажника. Вот здесь вот она утоплена. Не в плоскости. То есть эта сторона стоит ниже относительно крыла. Вроде как и не критично. С другой стороны. Так. Ниссановские таблички. О, а здесь ровненько стоит.
Сейчас попробую показать. Тут красиво. А здесь вот не в зазоре. Так, что у нас дальше по зазорам? Так, относительно кромки сзади целая. Ну, вот где-то почиркался, ударился. Так, тут все хорошо. Здесь в плоскости по сравнению с той дверью. Тут есть. Типа все бы хорошо, только вот некоторая коррозия есть. Что у нас сзади за резина стоит? Сзади зима. Вот такое. Остаток миллиметров 5-6. Колесо сдуто. Места мало, ходить неудобно между машинами. Спереди также зима. Нелитые стальные диски. По кромке тормозов сейчас попробую. Да. Ну, тормозной диск чуть-чуть изношен, не сильно. Так, задний. И, блин, надо заднего, я даже не достаю. Колпачочек потерялся. Может, поэтому и сдувается. Здесь нижняя губа сама прицеплена. Вот поцарапан чуть-чуть бампер. Заметно. Смотрим еще. Сейчас пройдемся по толщине. Первый завод сделать. Аккумулятор упин. Интересно, Тодора? На русском, если можно. Мне нужен дизель 1.9. Бора интересно в универсале. А бензин там? Но... Не, бензин нет, бензин нет. Ну, спасибо. Надо провода. Провода, есть провода? Есть. Вот здесь нажимается, вот. Вот тут оно нажимается. Сейчас я подъеду. Хорошо, подъезжай к Касиму. Так, ну, аккумулятор минус. Ё-моё, она пидориная. Так, а что у нас здесь с уровнем сразу? Уровень выше максимума. Ну, как-то так. Как-то так. Ну, здесь визуально отмыто лучше, чем предыдущее. Сейчас посмотрим. Пытка номер 2. Так, ну завелся. Что у нас с дымом? Ну, как ни странно, дыма нет совсем. Это типа очень неплохо. Это очень хорошо. Так, теперь по самому мотору. Ну, вроде ровно. Сейчас я сниму крышку. Так. Ну, вроде нигде ничего не течет. Сейчас я парню на Украину видео сниму, отправлю. Пока все. Ну как нормально, я видел лучше. Сколько она стоит? Ай, лучше. Тебе видео показать? Да. Легко. Так, вот здесь слегка поломано, склеено. Тут нет, конечно, помоет. Растворителем надо отмоить, не будет. Как-то как глаза, ну, раньше на то, блядь, уже так бывает. Вот. Не, ну понятно, что дырок нету, но вот смотри, вот здесь вот уже чуть-чуть. Ты видел, надо бы взять. Вот здесь, посмотри, еще чуть-чуть и будет дырка. Дырка! Ну, еще чуть-чуть. Краска, ну ты, блядь, не понимаешь. Не, я, блядь, буду красить всю машину, да, за это. Я тебе не говорю, что красить всю машину. Я просто констатирую факт того, что я видел лучше.
Я не говорю, что это плохо. Но я не видел. Ну, я в Мариамполе видел. Это вот как прошло, как прикрыл на нашу минуту. Еще скажи, что мотор не мыл. Нет. Да, конечно. Нет, не мыл. Если был мыл, то вот я эту нахуй выбросу. Вообще. Нахуй эту пыль. Вот смотри, да, еще есть. Вот старости, вот эти, блядь. Не пачкай руки, сейчас одену. А что там, блядь? Одеть? Давай одену. О, блядь, это надо. Давай вытяжь. Если щуп, ну заодно и посмотрим, дымит он или нет. О, классно. Дымит, нахуй, как страшно. Как он дымит? Как белорус. Ну, блядь, подожди, вот подержи. Давай, конечно. Классно, блядь, снова. Нет, я как столько видел машин, то это нормально. Я не говорю, что она плохая, я просто говорю, что видел лучше. Не новая. Выезжай чуть-чуть вперед, сейчас я ее посмотрю так. Новая машина, ё-моё. Хорош, хватит мне. Так, сейчас я по краске пробегусь. Побежали. Ну, то, что я и говорил, что это крыло крашеное. Крашено видно даже без прибора. Туда без него попадает, не на нашу удачу. Не ранили, не ли? Покрашивай. Сюда посмотри, сколько показывают. Ну давай. Здесь точно, блядь, не крашен. Уже видим поцарапанным. Ну пока это вторая запчасть, которая не крашеная. Да. Да. Раньше больше что было, но. Точно показывают. 1 петер. Это много? Хорошо. Понятно. Нормально 130. До, ну, 110-130. Это оригинальный слой краски, наверное, бред. Побольше. Красили ли Volkswagen? Конечно, конечно. Он не разжавел. Конечно, красили так, чтобы он не ржавел, и сделали толще цвет, толще слой краски. Да, именно, да. Да, именно поэтому. Ну, а этот посмотри, сколько. Этот, а, ну давай. Сколько показывает? Это... Ай, сейчас. 1,9. 121. А здесь? Вот здесь я поверю, что он не крашеный. И здесь 114. Знаешь. Ну, да понятно. А здесь, но... Здесь красит. Посмотри здесь. Ну. А, это, блядь, это макрофлекс. Здесь? Ага. Давай вот сюда. Сейчас открою дверь. Все равно крашеный. Блядь, ну, все, наверное, все покрашены. На эту стойку посмотри.
Стойка не крашена. Подожди. Есть два нахуй, есть аптечка, есть аварийный. Ну, бля, Донград, а хурван кто? Есть этот ключ нахуй. Ну, Донград найду. Домкрат найду, это хорошо. Ну и чё, всё есть. Бирочка есть, это есть, товарный есть. Да, я фонари позаглядываю. Там туда посмотри, может, там ещё. Там не будет ничего. Да, тут за это самая защита. Здесь вот бывает эта птичка. Место его. Так, а что тут? Просвет? Ну что, не защёлкнуто? Да. Не защелкнуто. Так, салон. Ну, салон, конечно, надо по-хорошему в химчистку. Так, все, сейчас я с переднего левого начну. Так. Ну, еще плотненько. Вот здесь вот есть очень маленький момент того, что оно слегка продавлено. То есть я уже вот там далеко чувствую пружинку. Так, тут нормально. Здесь не запилено, там тоже хорошо. Ну, то есть ее надо химчистить. Так, заявленный. Заявленный пробег 255. А, на 300 тысячах рекомендовано поменять. Наверное, так. А что там под капотом написано? 300 тысяч что? 3000 надо будет менять ремень. А, на 300 тысяч менять ремень, да? 6255, да. На 45 тысяч надо, можно доехать свободно. Ну, откроют там. Сейчас, я аккуратненько. Есть. Вот. Здесь вот. Вот отошли ему, если хочешь. Сейчас отошлю. На 300 тысячах да, надо дай менять. Да, все есть, принято. Вот где-то вот 99, вот, ну где-то 100 тысяч. Ну 90 сейчас, регламентировано. Ну да, да, то вот так, ну, так и сделаем. Так, теперь пройдем по дверям. Ой, что-то я же испугался. Так, тут. Ровно. Сейчас я еще включу днище, попробую. С той стороны глянем, ну пока чистенькая. А что там заехать? Там не, я думал, то СТО, то не СТО. Драу Димас, это же страховка. А я что-то подумал, что там подъемник есть, а потом понимаю, да, что. Так. Ну вот. Ну, чище. Сейчас, я ему сфотографирую, что она на этом. Все, поехали. Пыльник надо будет менять. Какой-то герметик его поставили, или это смазка с него так вылазит. Так, относительно днища.
Вот чуть-чуть подогнутый порог, но не критично. Днище, как ни странно, очень неплохое. Так прибамбас от литовцев? Или это так должно быть? Я что-то такого не встречал. А нет, здесь точно так же и красиво. Наверное, оно так и есть. Так. С глушителем беда. Надо будет его. Не, ну это, я понимаю, что это защита. Сам-то он еще, нету, герметиком каким-то намазано. Якобы предотвратить, а то что он двухслойный, никто на это не обращает внимания. Так. Мотор, сейчас попробую добраться. Так, рейка сухая. Это очень хорошо. Так, с этой стороны такое впечатление, что здесь недавно полуось меняли. Вова, а ну заведи, покрути вправо-влево я эти наконечники по. Наручник поставил. Да она стоит на ручнике. Так, тут классно. Здесь хорошо. А включи, пожалуйста, передачу и где-то что-то подстукивает. Сейчас буду посмотреть. На тормозы, на передачу. Переднюю, заднюю там. А назад? Сука, тоже не стучит. Не, нормально. А может это кулиса стучит? А ну где-то в районе кулисы постукивает. Так, ну ладно, месседж в другом. Днище показываю эту сторону. Все, нормально, хватит. Так, классно. Так, ну вот здесь вот порог чуть-чуть придется обработать. Так, тут днище нормальное. Тут хорошо. Вот здесь тоже чуть-чуть. Но в общем и целом очень классно. Ну, нормально.
Не, ну я знаю, я выбирал лучшее. Передний левый живой. Передний правый живой. Теперь тормоза. Хорошо. Задний правый. Тоже очень хорошо. Ну и задние тормоза. Вместе с ручником. Ай, не успел. Ладно, сейчас ручник. Ручник тоже нормально. Ну и поехали теперь ходовую проверять. Где-то смотрим.